Полное описание источника выхода 5 и 6 серии 6 сезона сериала «Шеф». 5 и 6 серии сериала выйдут на канале НТВ 31 января. В новых сериях мы увидим, как Феклистов погибает в ДТП. Расторгуев уверен, что авария подстроена. Он ищет Каплевича, исчезнувшего после ДТП, поскольку уверен, что тому грозит опасность. С Локтевым они находят машину Каплевича и Дану, которая получила травмы. Та рассказывает, что Каплевича похитили неизвестные после убийства на Карибах местного комиссара. Тихомиров возвращается с Ариной в Питер. Похитители допрашивают Каплевича о Феклистове, на которого тот работал, и сильно избивают. Локтеву и Расторгуеву удается его спасти. Пифанов докладывает губернатору, что дело о гибели Феклистова закрыто, но Расторгуев приказывает Васькову продолжить расследование. В Лапинске питерские опера задерживают вора Чкана, у которого находят катану, украденную у убитого авторитета Гафура. Расторгуева смущает явное желание Афонина замять гибель Феклистова. Он решает внедрить в Лапинский уголовный розыск своего человека. Митрофанов предлагает Крузу и дальше работать на него, но тот отказывается. Женщина-киллер добивает в больнице бойца Шивы. Пифанов в ярости, заказчик расстрела авторитетов не найден. План Расторгуева не сработал. Митрофанов избавляется от киллерши, как от ненужного свидетеля. В это время Расторгуев узнает правду о ДТП Феклистова. 5 и 6 серии сериала выйдут в эфир 31 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.